Каждый из нас выбирает автомобиль исключительно из своих предпочтений. При выборе нового автомобиля городскому жителю всегда хочется видеть новенький седанчик. Но иногда, например, при большой семье или поездках за город, на природу, на дачу, не хватает багажника стандартного седана, даже сложенных сидений. Сегодня у нас на тесте Hyundai Accent, и мы убедимся, что универсальность этого автомобиля позволяет выезжать на дальние расстояния. Какими бы ни были размеры вашего железного коня, места внутри часто не хватает, особенно в дальних поездках. Если у вас универсал, паркетник или пикап, то всегда можете позволить себе взять больше багажа, нежели те, кто является обладателем седана. В седане придется идти на компромисс между свободой в салоне и необходимыми принадлежностями в сумках и рюкзаках. Лето – время путешествий и дальних поездок к родственникам, друзьям или просто за хорошими впечатлениями. В тесноте да не в обиде – лозунг тех оптимистов, кто не желает мириться с трудностями и мелочами жизни. Большой багажник в седане малого класса – это вообще возможно? У нас сегодня рубрика «Большой багажник». На тесте у нас Hyundai Accent 2018 года. 480 литров багажника в пространстве иногда не хватает, например, для поездки на дачу или за город. Поэтому мы складываем дополнительно заднее сиденье и попытаемся вместить все, что мы могли бы взять с собой в поездку. Что из этого получится дальше? Багажник в акценте открывается автоматически из салона, что исключает необходимость прикасаться к наружным частям автомобиля. Под ковриком скрывается полноценное запасное колесо, и еще хватает места для мелочей. У нас есть длинномерные вещи, поэтому раскладываем задний ряд сидений. Пол получается слегка неровным. Сначала кладем коляску, затем бассейн, матрас и рюкзак. А все то, что не вмещается под крышкой багажника, просто ненужные мелочи. Как видим, даже в седан малого класса Hyundai Accent поместится коляска детская, огромный надувной матрас, трехметровый бассейн и еще два чемодана. Этого вполне достаточно для поездки за город, на природу, друзьям, родственникам, знакомым. В нашем случае Hyundai достаточно твердо убеждает, что его багажник может вместить все самое необходимое для своих пассажиров в любой ситуации. Из минусов акцента можно отметить большие дуги крышки багажника, которые съедают приличный процент дефицитного пространства. Под капотом акцента 123-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой. Водителю наверняка понравится большой ход настройки рулевой колонки как по вылету, так и по углу наклона. Материалы отделки салона приятные на ощупь, кресла в меру жесткие, с хорошей боковой поддержкой. Вместительный салон с 5 пассажирами и доверху забитый багажник практически не повлияли на просадку дорожного просвета Hyundai Accent. Это значит, что длинный путь небольшому седану будет по плечу. В движении, даже при полной загрузке, Hyundai не теряет сцепления с дорогой, уверенно входит в поворот по намеченной траектории. В заключении можно с уверенностью сказать, если выбираете автомобиль в кузове седан, не нужно отказываться от возможности накопить гору впечатлений. Все необходимое всегда поместится в любимый миллионами класс автомобилей. Далее в программе послушаем мнение народных экспертов о Lada Vesta SV Cross и в автошколе поговорим о фобии преследования.